Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей. Сейчас нахожусь в кузнице. Приехал помочь кое-какие вопросы решить в кузнице, но, увы, никого нет. Все уехали на монтаж. Я сейчас один. У меня есть возможность отковать рамку, которую я обещал своей сестре на свадьбу. Она у них была месяца два назад. Поехали! Квадрат, теперь витая. Металл откручиваем, нагрелся, практически аж горячий. На градусов ну, около 50, даже 60, не удержать. Вот вам не надо и горно. Также можно железку молотком, стуча по железке, спокойно ее до красного состояния довести и поджечь бумажку. Сейчас будем гнуть на холодную. А лучше на горячую. Хорошо, когда не куришь, но есть проблема. Когда что-то надо разжечь, нечем. Но как думаете, что это напоминает? Правильно, сердечко.
выпилю под углом и заварю. Горячо, однако. Буду работать отрезной машинкой. Такая прикольная рамка получилась. Такие вещи называю пятиминутки, то что их делать быстро можно, если есть, конечно, уже кованые розы, кованые листья, они у меня уже были, поэтому быстро все это сделал. Как вам рамка? Вроде ничего интересное, да? Чтобы рамку закрепить, вот эти лепестки, розы, они загибаются вовнутрь, огибают рамку, крепят гвоздиками декоративными. И рамка получается вот здесь, с фотографией. Спасибо за внимание, что смотрели это видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. И подписывайтесь на мой канал.
Жизнь в поселении чисто небо, конечно, если хотите. До скорых встреч, с вами был Алексей Кузнец.